в воду и замешивать кашу. Здравствуйте, здравствуйте. Если гоним с вами начинаем нас шире, как хорошо сразу быть чем верным, то подвалит. Освещения здесь при этом вообще никакого, только от некоторых дырок в потолке и от единственной двери, которые испаряют свет. Блин, да это понимает. Не знаю, что мы делали в этой серии. Электричество сюда не проведено, те, кто побогаче, ставят себе вот такие солнечные панели. А вот что-то вроде местного медпункта. Девушка только что после таки. Вот, ребята, посмотрите, как выглядит ванна в одном из крупнейших мегаполисов мира. Дети катаются на надутом пластиковом мешке, как на лодке, или играют в крикет в старой клюшке. Никаких гаджетов или телевизоров в их жизни просто нет. При этом посмотрите, какие все опрятные. Ну, насколько дети вообще могут быть опрятными на прогулке. Как вам вот этот план с золотой цепью? Тщательно поправлял свою аккуратную стрижку, чтобы в кадре выглядеть красиво. Смотрите, как аккуратно подстрижены и все остальные. Девушка в медпункте, вы заметили, что ее грустные глаза подведены. Люди здесь очень следят за собой и за своими жилищами. Погнали. Вот. Просто посмотрите, как здорово украшен фасад. Да, let's go, let's go. Ну, просто все нормально. Мне кассу купила на залом. От кассы купила. На Швеции, на сколько у него? Пусть на саму дверь денег нет, но красиво что-то, кто еще не скопил денег. Вчера же насколько у него был. Ну я с вами закапываю кое-как нос, ты не давал нос, купил хоть одежки. Посмотрите, как аккуратно расставлена посуда. И так тут в каждом доме. А вот так. При этом это же без электричества, без какой-то техники, я не знаю. Это просто домик, сделанный из стена, облепленного глиной. Не трогай! Хата, не трогай, Вильдан! Пожалуйста, не трогай ничего. Это киски наедает. Не трогай. Увы. Вот, смотрите, где богатое жилище. Здесь не только крашен портал. Двери, посмотрите, деревянные. Где-то нашли кусок фанеры, сделали дверь. Никакую занавеску. Внутри, обратите внимание, потолок украшен тканью. Посмотрите, как красиво сделано зеркало. Hello, hello. Стой, школа, видам. Забудьте, страшайте нас, герой. До встречи. Да. Очень грязно. Ку-ку. Это жесть.
Есть один. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас спарт покажу, спарту, фиш. Спарт, спарта, там спарта. Блять. Яблоки-то был, черт. Это был яблоки. Яблоки забыл, черт! Я яблоки забыл! Все, возвращаемся яблоками. Без яблок не надо заражаться. Все, яблоки взял, пошлите. Щит. Щит, где щит? Щит, щит. Щит. Понял, щит. Бой. Помните нас, герой. Ее испарение, знаешь, создают проблемы для этого здания. Река Ямуна сюда, к Тадж-Махалу, приходит от Дели. Приходит грязный, с какими-то отходами, так с тем, что в Дели не убраться. И потихоньку разрушает сам Тадж-Махал. Такие самые зримые признаки, то, как река уже разрушает окрестности. Рядом с Тадж-Махалом еще 10-15 лет назад были огромные сады роз. Две розы здесь не растут, все розы вымерли, потому что вода из этой реки, по сути, отравила соседний парк. Сам Тадж-Махал темнеет от испарений, и не только. Пару лет назад здание начало зеленеть. Оказалось, что на него гадят жуки, которые до невозможности размножились на плавающих в реке отходах. В этой реке вода невероятно грязная. Очень грязная. И рядом с рекой много мест кремации, так что в ней еще и части человеческих тел. Мы иногда видим поживающие останки в этой грязной воде. Все. Вырубаем креативку и поступаем в бой. В бой. А где? Понял. Где обитатели? Ау, где? Понял. И всем. Нифига не понял. Где только дермены? Где скелеты? Было в династии моголов, которые
Это скелеты. Для скелеты. Ха. Ну что, опоздал? Блин. Это монстр, блин. Ха, я всех перебил. Здесь только носатые. Как носат, блин? Понял. Пустой храм. А, реально пустой храм. Тут только носатые. Я убил всех, кажется. Да. Понял. Ты перебил, все. Не то армия. Может, другой храм? Но там тоже есть. Крепость. Пустая крепость. Странно, где новый, блин? Опа! Спарта! Ладно, идем в следующий храм. Странно, что нет. А пошлите в следующее место. Странно. Может, другой храм, крепость. Ем. Где скелеты? Странно. Где монстры? Причем абсолютное большинство.
Вот здесь держаться буду. О! Взрослые мужья запирают своих крепость. Подростков по домам. По данным Bloomberg, 90% индийских женщин не работают. Но самое страшное происходит тогда, когда девочка не хочет выходить замуж за того старика, которого ей сватают. Я приехал в одно из знаковых индийских кафе, в одно из самых страшных индийских историй. Кафе называется Ширл. Шри, она Хиру, герой. Здесь каждая сотрудница действительно героиня, потому что пережила кислотную атаку. Здесь тоже нету, монс. Отвергнутого жениха. Аншу было 15, когда она отказалась выходить замуж за 55-летнего соседа. Мы были с ним хорошо знакомы. Он был нашим соседом в деревне. Жил буквально за стенкой от нас. Я звала его Хададжи. Он был мне как родной человек. С детства носил вот меня по рукам, а потом сделал мне предложение. Когда она отказала, он купил кислоту и письмо ей. Он кричал, что я опорочил его перед всей деревней своим отказом. И за это меня надо наказать. И письмо мне лицо из бутылки. Это была жуткая боль. Я мало что могу вспомнить из того дня. Помню только пронизывающую боль. Только по официальной статистике в Индии ежегодно совершается более 100 атак кислотой на женщин. Большинство происходит в регионе Западной Бенгалии и посредственных индийской столицы. Под нижним уходить, всё. На которых нападают из деревьев. Оказаться жертвой — это большой позор. Поэтому они боятся даже сообщать полицию или еще как-то жаловаться. Никуда идти, они становятся изгоями и в деревне, и в своей семье. Именно поэтому мы открыли для них место, где они могут найти работу и найти таких же, как они сами. А где монстры? И не чувствуют себя виновными в том, что с ними произошло. Вот одно из последних громких нападений. Парни на мотоцикле в Дели плеснули кислотой в 17-летнюю девушку. Я не буду показывать вам последствия этого нападения. Мать пострадавшей сейчас собирает подписи под петицией о запрете онлайн-продажи кислоты в Индии. Нападавшие купили ее в интернет-магазине. Атаки происходят часто. Мужчины просто не боятся их совершать. Потому что очень обычное наказание для них — это несколько недель или месяцев заключения. Редко речь идет о годах. Человек, который сделал со мной это, вышел досрочно. Законодательство в Индии начали менять. Сейчас кислоту вообще подают только записав все паспортные данные того, кто эту кислоту покупает. Но, что самое страшное, продажи кислоты из-за этого не снизили. Индийские журналисты регулярно делают контрольные закупки и регулярно выясняют, что кислоту в Индии по-прежнему может купить каждый. Даже если уточняют у продавца, разжигает ли она кожу. Когда после атаки я впервые увидела свое лицо в зеркале, я хотела просто умереть. Я смахивала, не переставая, тоже вспомнить. Мне не хотелось больше жить. Казалось, что все на меня кончилось навсегда. Я еще не был в ладе, а все повторяю. Вперед! Цей! Позволь спросить тебя, ты сейчас, когда смотришь в зеркало, еще плачешь? Now cry, больше не я нашла тебя. Я помогаю таким же жертвам. Ой, ебать! Бай! Понял! Такие люди! Hey, 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 hey.
победочки. Айда, смотри, какой красивый сырок. Какой красивый. Посмотри, какая коробочка красивая. На, держи коробочку. Какая коробка красивая. Подключи максимум за 399 рублей и получай суперфокса в подарок. Можно, Йода. Ну вот, 2024 Не трогай. Смотри, да. Выгодные цены на суперместе. Подпустите за новорожденные. И максимально комфортные трусики и каши. Ищите на базе. Распродажа в год. Золото. Раскладной диван. Всего за 25 990. Совершайте покупки в год. Все для новогодних планов в приложении ВК-видео. Блогеры, чтобы провести каникулы в приятной компании. Функция скачивания, чтобы смотреть все для себя. Иди запей водой. Где тебе чай? Чай попей? Чай попей, где чай? Кулинарные шоу, чтобы приготовить горы блюд. И даже камин, чтобы устроить романтику. Зачем ты открываешь, если ты не ешь? Я тебе где? Где? И пирожное. Начало года, время строить новое. Мы еще не буду открывать, все, пончики нету. Нет, не открою, блин. Все, кто не ешь, все. На полной скорости. Чтобы все получилось, когда будет, и даже лучше. Пусть все планы осуществят, а новую вычету по кредиту можно оплачивать. Оформи кредит в приложении Тинькофф с решением за одну минуту. Да? Только с первого платежа до 90 дней. Тинькофф. Подожди, мне еще 2 минуты, ладно. Ай, покинуть это место уже. Ад, какое-то сейчас нищее место. Нет, скелетов нету уже. Насилование. У нас они были. У нас их было очень много. Если быть честным. Пару лет назад ситуация.
Понятно. Где? А где крепость? Вот сейчас Спарту. Все, домой. Так. Кто вы сейчас? Чаще всего парням просто больше нравится путешествовать. А женщины, они не путешествуют в Индии. Это Спарта! Видите, как не хочется этому человеку говорить, что настоящее. Эта тема в стране считается табуированной, плохой, порочащей страну. Но порочат страну не разговоры, а нападения. И хочется надеяться, что когда-то они закончатся. В последние годы многое правда для этого есть. Ничего не интересно, ладно. Мы запрыгиваем в какую-то лапу, чтобы скинуть его. Хозяин, мы
Что за хрень? Час. Тут звенит мне новогородье. Так. Ой. Носатый. Вот. Видворд. Так, где мой аквариум? Аквариум. Сходил. Вот мало сходил, блин. Так совсем нет. Стоит 10 рублей.
прямо. Вот битвы настоящие. И самое главное, когда вагон уже набивается под завязку, подходит специальный человек, который все эти драки и давки останавливает, чтобы больше люди не лезли внутрь вагона. Метро при этом современное, очень удобное и относительно безопасное. Хотя, конечно, рюкзак надо держать на руле. На самом деле, несмотря на давку, у метро довольно хорошо работает и рюкзак. Могу сказать, что даже свежо. Само метро очень новое, чистое, такое современное, со всякими там светящимися табло, какая-то общая и так далее. То есть очень удобное. В общем, классное метро в Дельфи. Снимаешь. На крышах уже практически не ездит. Коплин готов. Здесь даже есть уголок с питьевой водой. Не знаю, можно ли оттуда пить на самом деле, но он есть. Если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться. Ставить лайки, писать комментарии, наш подписчик на колокольчик, с вами был Мирас. Был конец 15-го июня, с вами был Мирас. Всем удачи и всем пока.